А поздороваться, ты забыла? Умничка. Я косметика. Косметика, да, доченька. Привет, мои хорошие. На внешний вид не обращайте внимания. Я сегодня устала очень сильно. Купила дочке своей косметику на день рождения своей внученьки. Спрятала. Она сегодня пришла, да, дочь? И увидела. Ну, пришлось подарить. Говорит, ничего страшного, еще купим. Я сегодня вся утрепалась, не могу. Ой, брат мне с мамкой привезли опять огурцов. Огурцы переростки. Я прям на Лену злая, на такую козу дерезу. Они тут ездили на дачу, ну, на дня три назад с сыном. Я ей говорю, посмотри, огурцы там, если выросли, говорю, оборви. Хочу закрыть немножко. Нету. Мамка приехала, там такие слоны висят. Ну, закрывала вообще прям огромные огурцы. Резала, говорю, ладно. Говорю, ничего, может быть, еще будет и вкуснее. Вот мы сегодня с Ульяшечкой огурчики закрыли. Убрали, ну как убрали дом, полы помыли. А то прям грязь после этих банок. Сейчас попозже, немножко передохну. Время, доченька, а сколько время, дочь? Время 4:30, да, дочь? Чуть-чуть сейчас передохну, пойду в магазин, куплю кетчуп, лук. Дочь, а больше нет. Че, глянь, как грязно, иди вытирайся, солнышко. Пойдем сейчас купим томатную пасту, лук. Завтра буду варить кетчуп из этих, из кабачков. Уже вообще память ноль. Ни разу не готовил. Ну, наш YouTube, он молодец. Я сейчас нашла там рецепт. Нахваливают кетчуп из кабачков. Вот хочу попробовать приготовить. Но это уже буду варить завтра. Кабачков тоже. Тьма. А ведь их мне и почистить надо. Уже там такие слоны, переростки. Это какой-то ужас. Ну, говорю, ладно, приготовим. Что? На ванне. На ванне фонтан. Умылась, лапочка? Да. Ты моя. Они, мама, купит арбуз на жвачку. Бабушка, да? Да, да, а бабушка ты... зовут Крёстный. Крёстный, да, поэтому ты меня и мамой называешь, да, доча? Ой, не балуйся. Я собачка. Не балуйся, не балуйся, ты же меня умница, доча. Дай поцелуй, скорей. Соскучилась по ней, она вчера уже вечером мне звонила. Я к тебе хочу. Говорю, дочь, завтра с утра придёшь. Ну вот пришла, 8 утра пришла ко мне куколка моя, и мы тут с ней хлопочем. У нас сегодня прохладно, дождик, то идет, то прекратится, то опять идет. А, дочь? Сейчас, мамненька, сейчас, мам. Ну вот сама мама, а что? Ого! Да, моя хорошая. Уже привык ребенок. Подрастет, будет нам бабушка называть. А может, так и будет. Вот, говорю, у меня Артемка, племянник мой. Он меня мамой называет. Ну вот хоть что-то с ним делай. Парню 13 лет. Мама, и вот хоть ты убей. Я не знаю, он был грудной, он меня вот принял почему-то мамой. Я говорю, вот он только начал ходить, говорю, мамин подружка ему что-то дала. Мы сидим, мама, кума моя, ну кума, его мама сидит. После я сижу за ней, и подруга мамин дает ему что-то, я не помню, что. Говорит, на, Артем, говорит, маме отдай. И он мимо нее несет мне. И вот хоть что, делай все. Ну, кума она не серчает, она не обижается. Она говорит, зато любишь его. Я говорю, это точно. И также Ульяшенька, ничего страшного, тем более я крестная. А уж кто там пишет что-то, возмущается, это ваши проблемы, ваши трудности. Она знает, кто ее мама, кто бабушка, а дочь. Я в садике сказала, мама, я хочу рыгать. Только не иногда, вот, мне это же не пить. Песенку поет.
Ой, дочь, это ты где-то опять увидел нехорошую эту, на, в этом, в ТикТоке, да, дочь? Мама, я хочу рыбу. А муж Содик, не надо, дочь, это плохая песня. Ужас, хулиганка. У нас дед тоже дома на кухне вон сидит. Я закрыл 6 маленьких баночек огурцов и большую, 3-литровую, одну банку. Нам хватит на зиму, я больше много закрывать не буду. И это хоть бы поесть. Муж с мамкой говорим, куда мы столько насадили? Куда? Помидор? А у меня помидоры стоят еще в подвале, мы не съели. Говорю, я не буду в этом году закрывать помидоры. Говорю, надо те съесть. И огурцов, говорю, закрой вот прям чуть-чуть. Мы много особо не едим с оленя. И хватит. Лучше, говорю, на следующий год, говорю, свеженький закрыть. А гляди, ну, какая мама. С Верочкой, да? Эй, ты моя ляпа. Мама, дай поцелую. Убились, да. Мы сегодня мух ловим здесь, да, дочь? Мама. Летают мухи, нас достали, а, дочь? Подвинься, мама. Ой, иди. Мам, вот и все. Она и бабушка меня называет. Редко, правда. Ой, моя бусинка. Мам, говори, ой, какая собачка. Собачка. Она все, Игорь, называй меня собачкой. Собачка, моя собачка. Ой, моя лапочка. Соскучилась она по мне. О, не надо так, дочь. А то будут смеяться. Не надо. Ой. Так что вот так. Единственное, мам, говорю, что вот мама, жалко огурцы переростки, мама, у меня попались. У тебя есть одеяло с тобой накроет? Ну, не ножки. Иди кондиционер, отключи, дочь. У нас кондиционер с тобой включен. Отключи, дочка. Ой, что-то говорил. А, жалко, говорю, что переростки. Ну, ладно. Говорю, может быть, и вкуснее будет. Ну, прям огромные такие огурчайки. У нас еще огурцы. Каких? Возьми пледик, солнышко, на кроватке. А ты это, ну возьми, бери. Мы еще сажали какие-то, по-моему, как китайские, длинные прям огурцы. Но те тоненькие, хорошие, сегодня их закрыла. Что там, пульт упал? Ну, подними, ничего страшного. А обычно какие мелкие. Ну, мама, говорит, мы с тобой сорт такой купили. Поэтому они, говорит, такие слоны. А. Ладно, поедим. Потом покажу. Да, дочь? Сейчас укутанные стоят они у меня. Укутали. Ой, мама, как тепло. Ой, зрись, лапочка моя. Сейчас пойдем с тобой, да? В скорый магазинчик сходим. Уля, что надо купить, дочь? Напомни, я забыла. Лук и пасту, и жвачку. Ой, моя умничка, вот умница, помнит. Говорит, дочь, напомни, лук купить, томатную пасту. Вот, все, пожалуйста. Уля, еще молочко нам давай купим. Да. Ты молоко любишь? Нет, не надо, так не надо. Хулиганка маленькая, Сём. Скажи, я Сём маленькая, да? Да, я Сём маленькая, собачка маленькая. Маленькая моя. Какая это собачка? Ты у меня котенок. Нет, я собачка. Ой, лапочка моя. Завтра дело у нас с тобой опять, да, дочь? Да. Будешь мне завтра помогать? Будем с тобой кетчуп варить. Да. Ну, кетчуп такой же по составу, как и это, икра кабачковая. Единственное, что там морковь не добавляют. Ну, попробуем. Думаю, вкусно будет. Но самое интересное, как стоять будет. Вопрос. Икра, между прочим, кабачковая, капризная. Это малика, папа. Да, дочь, дай мне поговорить. Некоторые банки стоят теплее, некоторые вздуваются. В холодильнике стоят, конечно, безупречно. Ну, в холодильник-то не будешь заставлять банками. Вот не знаю, кетчуп как будет стоять. А то, может быть, все вздуется. Моя мама. Ой, моя дочь. Моя золото, любимая моя конфетка. У нас не любовь, да, дочь? Да. Хоть, скажешь, вы нас камнями закидаете, мам, а мы со мной любим, мам, друг дружку. А. Я пошла красить. Иди, моя хорошая, красься. Бабушка тебе хоть купила косметику, да, дочь? Да. Еще ей заказала.
уже на день рождения. Ну, я выбрала, я дочь говорю, вот эту. Она, ага. И вот я думаю, может, самокат еще. Там, в принципе, прям такой дешевый нашла на Валберс. У нее есть самокат, но у нее он трехколесный. Она хочет двухколесный. Ну, в принципе, уже надо на двухколесном учиться-то. Ой, и день рождения-то в конце лет называется, осень, на самокат есть. Ну, ладно, все уж поделать. На мне все подарки, телефон наперед. Косметик тоже увидела. Ой, ну ладно. Она такая зато счастливая. А мне больше ничего не надо. Лишь бы Ульяшечка была счастливая. Я готов ей свое то счастье отдать. Лишь бы она была счастливая. Мне, наверное, в этой жизни ничего не надо. Ой, все, дочь. Будем прощаться с девочками и с мальчиками, да, дочь? Ну, а то что мы будем так долго балякать, надъедать-то? А потом, может быть, еще что-нибудь с тобой подснимем, да, Донь? Ну, обзор не будем покупок показывать, что нам там с тобой? Томатную пасту де лук. Ну, хотя иду с Ульяшей, не факт, что я только приду с томатной пастой и с луком. По-любому еще что-нибудь накуплю. Ноги прям, ой, не могу, на этим весь день с 7 утра, в 7 проснулась. Хожу туда-сюда, туда-сюда. Пока ведь огурцы помой, пока все начисть, там чеснок, вот это все хренолень. Короче, вроде бы быстро, и тот же момент все равно потопала, поработала. Вот. Так что вот так вот, мои золотые. То чё, а мы это, заготовки делаем, хотя не планировала. Не, ну все равно надо. А то бедная мамка утрепалась тоже с этими заготовками, жалко ведь все. Но я решила ей немножко помочь. Ой, а тоже закрывает, да кто есть будет. Медали, красавица? Ой, моя ты красавица, ой. Вы про Жуля? Ну, аккуратненько подойти. Ты на кого похож? На папу? На Аню. Ну, какую Аню? Ну, не выдумывай, дочь. Ты на папу похож. Ну, у тебя папа с мамой, они тоже похожи. Они как брат с сестрой внешне. Но все равно Ульяшенька у меня больше похож на сына. Нет. Я похож на Лену. На маму, да? Ну, это ты думаешь просто, что она девочка, поэтому ты на нее похож, да? Моя вот. Сестра, знаешь, на кого? На кого? Ну, на Тимофейку. На сына похож. Она и кожа такая смуглая, у меня сын смуглый. Леночка, она все равно беленькая у нее кожа. Вот они очень красивые. Ну, они похожи, говорю, с сыном. Они прям как брат и сестра внешние. У них прям сходство. Похож, прям похож. А гляньте, какая у меня косметика. Вот такая косметика. Вот что я ей купила. Знаете, сейчас. Мама. Ты меня в трусиках, дочка, щеголяешь, да? Показывай. Ну ладно, а вот с трусики у нас шортскими. А гляньте, как у нас складывается. Да. Вот. Вот так. Все, дочь, давай попрощаемся, дочь. Да. Мы будем с тобой в магазинчик собираться. Не надо, дочь, у меня телефончик. Все, мои хорошие. Пока-пока.